По факту смерти профессора университета имени Мечникова Дмитрия Ищенко открыто уголовное производство. Об этом сообщает прокуратура Одесской области. Досудебное расследование по части 1 статьи 120 «Доведение до самоубийства» начал следственный отдел Шевченковского отделения милиции. Как говорится в сообщении, после падения с 4-го этажа преподаватель был доставлен в тяжелом состоянии в военный госпиталь. Там он ушел из жизни, не приходя в сознание. Следователи проверят обстоятельства предшествующей гибели ученого, а также содержание его предсмертной записки. Ход расследования взят на контроль прокуратурой области.